Привет всем, кто смотрит этот видеоблог. Сегодня российские военные преступники рано утром нанесли ракетный удар по центральной площади Харькова. Кто тут русский мир ждал слоган России на площади? Вы этого хотели, да? Мы вас предупреждали. Это плохая затея. Много раненых. Случилось настоящее военное преступление. В результате удара есть погибшие и раненые. Информация по жертвам уточняется. Серьезнейшее повреждение получила Харьковская областная администрация. Сожжено несколько автомобилей. Получили повреждения здания театра. Ну, видимо, там тоже фашисты, по мнению российских властей. Повылетали окна. В общем, колоссальный ущерб, колоссальный урон наносится сейчас российским агрессорам, жителям Харькова. Вдумайтесь только в это. Этот город, который они называли, кричали «русский город», там русскоязычное население, надо его защищать. Это так вы защищаете это население. Вчера вы нанесли по Харькову удар градами, в результате которого по меньшей мере 11 человек погибло, в том числе дети. Сегодня ракетный удар по центральной площади, рядом с которой нет и близко никаких военных объектов. То есть это заведомый удар по гражданским, заведомый удар по мирному населению. Рассказывают россиянам, что они якобы защищают, спасают украинцев от фашизма. Вы не защищаете, не спасаете. Вы осуществляете геноцид русскоязычного населения Украины. Вот то, в чем обвиняли украинскую власть, сейчас делают российские власти абсолютно сознательно. С помощью ракет, с помощью градов, с помощью артиллерии. Вы уничтожаете русскоязычных граждан Украины. Сегодня отсюда из Украины летят проклятия в адрес россиян. Я прошу всех, у кого есть такая возможность, делитесь этим видео. Делитесь этой информацией, доносите до граждан России, что происходит на самом деле. Вы истребляете гражданских, истребляете мирное население, наносите удары по жилым кварталам городов юга и востока Украины, там, где раньше к России относились очень лояльно, а теперь вас ненавидят, вас не хотят знать, не хотят с вами иметь ничего общего, желают вам самого плохого. Это результат деятельности вашего правительства, и это ответственность граждан России, которые это терпят, которые это допустили. Посмотрите, адекватные русские, что, блядь, вы делаете? Центр города, площадь, блядь. Вы гуляли здесь, праздники, блядь, праздновали. Посмотрите, что у нас происходит. Погибших сколько? Остановитесь, выходите, пока не поздно, у себя там. Душите эту тварь ебучую! Посмотрите на результаты работы вашей армии. Больше нет и никогда не будет никакой доблестной русской армии. Вы навсегда покрыты позором. Вы теперь агрессоры и нацисты. И нет вам никаких оправданий. Скажите, я вот чуть-чуть не понимаю. Это, блядь, братские страны? Это наши братья, россияне, белорусы? Сука, что вы, блядь, все повздыхали, блядь, пидорасы конченые, блядь. Пизда вам все, блядь, убегите нахуй, блядь. Вот девочка там валяется, блядь, ебать, это на вашей совести. Там мужик валяется, это на вашей совести. Вот там смертей сколько, это на вашей совести. Горите в аду, блядь.